Так, жмёт? Да вы нет. А вдруг с глаз летит? С глаз? Ну, точнее, на глаза. Так нормально? Да, вполне. Мама дорогая. Это мне, это, видимо, мне. Давайте я с вами. Можно с вами? Конечно, я тоже буду спасать мир от жира. Ну, я должен спасти котенка. Котенка! Сейчас, сейчас я его спасу. Ну, давай. Тяжело, но я справлюсь. А что, собственно, что происходит? Вы не знаете? Нет, нет, не знаю. А что вы думаете? Ну, даже понятия не имеем. Еще странная очень надпись у него на спине. А что это, можно? Что, социальная реклама? Или нет. Что? У меня нет мысли, честно. Не могу! Совсем не могу! Ну, Спайдермен переживал насыщенных жиров на праздниках. Поэтому мне придется спасать мир. И котенка. Алло? Да, поднимайся его уже. Да-да-да, давай. Я побежал спасать Спайдермена. Акция какая-то против животного жира. У меня просто друг на диету сейчас садится, вот я как раз в тему ему скидываю. Можно спросить? А? Нет. Там люди, надо их арестовать. Давай. Милицию вызывай. Да не надо вызывать милицию, мы уже уйдем. Вот сейчас, сейчас милицию бы вызвал. Ну вызывайте. Мы ждали денег, чтобы пройти. Ну так надо говорить, что вот так, так. Все, ребята, успокойтесь. Вы лучше не выходите, если не хотите, чтобы вас снимали. Да, лучше выйти, конечно. Героически через забор забрать. Ну, собственно, герой уже рассказал о том, что животные жиры еще плохо влияют на стояк.